Около 7 тысяч новых растений появилось в Химках в минувшие выходные. Жители городского округа приняли участие в областной экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». Всего облагораживать район вышло более 10 тысяч человек. Старт акции был дан на площади возле администрации Химок. Я рад, что я химчанин. Я рад, что я могу с вами посадить дерево в этот прекрасный сентябрьский день. С праздником, дорогие друзья! Ура! В этот раз растения высадили почти на 200 площадках. Каждый год количество людей, количество деревьев, количество вовлеченных в озеленение нашего замечательного Подмосковья растет. Поэтому большое всем спасибо, кто нашел возможность сегодня присоединиться к этой акции. Центральной площадкой стала территория около дома номер 7 по улице Марии Рубцовой. Новые деревья и кустарники продолжили сквер родные Химки. Здесь высадили порядка 300 саженцев клена, ивы и липы. Это традиционная акция, которая дал старт губернатор Московской области. С 2013 года ежегодно она проводится. И она стала действительно народной, любимой и доброй. Благоустройство района и забота об экологии объединило целые поколения. Многие приходят сюда не в первый раз, сделав это хорошей семейной традицией. В прошлом году в сквере сирень сажали, вот в этом году у нас была яблоня посажена, и вот сегодня мы вот очередное, как говорится, вот очередное мероприятие, в котором мы вот участвуем. У нас есть свой проект «Экологическая карусель». Вот мы занимаемся конкретной экологией, и такие мероприятия, конечно, они очень полезны. Прежде всего радует то, что тут разного возрастов люди, и то, что детей приучают уже с самого детства любить природу, заботиться об экологии. Всем участникам акции выдали саженцы и инвентарь. На территории высадки деревьев работала полевая кухня. Для детей площадка аниматоров. Важным событием стало открытие скульптуры вечно зеленого дерева, призванной также украсить сквер. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.